Старший лейтенант, ко мне. Это что такое? Что это за цирк? А? Кирдык, лейтенанта. Лейтенант, перед вами старшее по званию. Вы что себе позволяете? Распустились? Вы отойдите, подойдите так, как положено. Ага. Это я сейчас. Товарищ капитан, старший лейтенант Изюмов по вашему приказанию прибыл. Кто ты? Вольно. А теперь доложите обстановку. По порядку. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Есть доложить по порядку. Во-первых, мне насрать, в каком ты звании. А? Во-вторых, приказом командира дивизии я назначен начальником укрепрайона вот на этом участке. Так что все вновь прибывающие части вместе с их командирами поступают в мое подчинение. В-третьих, ты вообще кто такой? А? Я? Ну? Ты! Я командир кремлевских курсантов! Спецотбор, рост 183 сантиметра, цвет нации! Перед тобой! Элита Красной Армии, старший лейтенант! Нахера ты мне здесь сдался? 183 сантиметра. Элита Красной Армии. Что мне здесь со своей элитой делать? У меня тут не Красная Площадь, у меня тут парадов не будет. Что мне здесь с твоей элитой-то делать? Вот, посмотри на него, ты посмотри. 183 сантиметра. Мне окопом, что ли, в два этажа теперь копать надо? А?